А знаете ли вы, что такое лукбокс? Это единственный сайт по открытию кейсов с брендовыми вещами. Самые дорогие и оригинальные вещи только у нас. Если вы впервые на нашем сайте, у вас есть возможность открыть бесплатную коробку. А также зовите друзей для получения денежного бонуса. Успей забрать все самое дорогое первым на сайте лукбокс. Все ссылки в описании. Пилот куртка, пилотка на голову одевается. Прямой эфир вышел. Закопался, нужно откопаться. Конечно, интервью с человеком-пауком. Привет. Всем привет. А молния закусила. Молдова, привет. Молния закусила. Толечка Малыхин, брат, приветствую тебя. Нет, там рыхло. Как настроение у вас? В этот замечательный субботний вечерочек. Козвенков, приветствую. Вась, привет из Кубы. Да ничего не думаю, пацаны, что думают. Веселюсь просто. Ростов, привет. Привет из Чехова. Сильно на роже. Мигалка мигает. За окном минус 35. Хотел поблагодарить всех людей, кто вчера голосовал, поддерживал за участников моей команды на проекте «Голос». Спасибо и за поддержку, и за критику. Принимаю ко вниманию любые мнения, потому что это очень интересно и каждый раз по-новому. Хочется зрителя удивлять и преподносить какие-то уже известные и понятные вещи в новом ракурсе. Западный, привет. Вот, поэтому спасибо всем, кто голосовал. Сочи, привет, родной. Вот. На самом деле, мне из моей команды очень понравился номер с песней «Олимпиада 80». Это моя самая любимая песня. Вот. Так ее хотел давно сделать. Вот. Понимаю, неоднозначно получилось кое-что, но в целом я очень доволен выступлением команды своей. И тем, как мы попытались по-новому подать уже понятные вещи. Что с Гуфом? С Гуфом все хорошо. Лешка уехал отдыхать, я скучаю за ним. Когда он вернется, мы встретимся, увидимся. Мы не виделись с Гуфом. Леш, мы с тобой не виделись уже. Я так посчитал, это странно. Два года мы не виделись. Два года. Караганда, привет. Привет, Казахстан. Вики, привет. Так что вот такие дела, дорогие друзья. Питер, привет. Нальчик, привет. Петропавловск, я не знаю, честно, как там будет строиться график на весенний тур, но с удовольствием, конечно, приехал. Как попасть на «Голос»? Прийти, спеть, пройти кастинги и потом, рискуя всем на свете, особенно своей нервной системой, выходить и отбираться в команды наставников. Что вот так. Пятигорск, привет. Привет из Немагия, привет. Когда в Караганду? Уже, наверное, весной. Весной, я думаю, что.
У нас будет не тур, вот пишите, сделайте тур Нагано, будет не тур Нагано, будет большая, в феврале будет в Москве, мы будем презентовать новый альбом Nintendo, и это будет большой концерт этих проектов. Так что скоро мы услышим. Мы с Вадей по-быстрому дописываем альбом Nintendo. Хочется вас подогреть, подразорвать. Так. Поставь энергетики, поздравляю вас. Мы здесь сейчас остановимся, я договорю и выйдем. Может, там на углу мы заскочим. Подальше. Улыбнись. Ребят, я не улыбаюсь, потому что это зловеще выглядит. Не так по-доброму. Как бы хотелось. Молдова, привет. Якутск, привет. Всем привет. Сибеку, привет. Сибеку, привет. Все, я вас обнимаю тогда. Обнимаю, дорогие друзья. Всем хорошего вечера. Завтра, да? 21-го, да. Здрасте, здрасте, привет. Привет, здрасте. Бля, мы в пробке. Как всегда. В Москве, конечно, ужасные пробки. Надо так. Ноги не буду стянуть. Алейкум салам. Привет. Привет, привет. Да. Трек. Один трек выходит. В четверг будет ВКонтакте совместный трек с Владом Рамом. Ждите. Трек будет называться «Играй». «Играй». Я. С Бастой фит не знаю. Если он захочет. Голову полечил немного, да. Я в Китае. Вот, а еще будет сольный трек, выйдет синглом в начале января. На балкон будет называться. Я думаю, да. Спасибо. Окей, я услышал. Я понял, вы какие-то злые сейчас. Вы там проснитесь сначала, потом поговорим.